Всем привет! Вот хотел бы спросить у вас, как вы считаете, возможно то, что Зиничев жив и Владимир Путин, так сказать, за то, что он много Зиничев знал о его жизни, о Путина, о делишках его, сделал так, как будто Зиничев умер, а по сути он жив. Ему сделают, так сказать, пластическую операцию, поменяют фамилию, и он где-то будет жить на какой-то вилле, не в России. Вот напишите в комментариях, может быть такое или нет.